Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку сидя роли на ролеплей, центральный округ, Муник, здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить Муник при регистрации. Итак, сегодня мы займемся тем, что загрузим полностью мой гараж, да, именно этим мы и займемся. Но не только этим, может что-то еще поделаем, не знаю, но сегодня надо загрузить полностью гараж. Вот, здесь есть такая тема, короче. Ремки можно положить, то есть канистры и баллончики. Я думаю, было бы круто загрузить гараж, потому что, ну, мало ли потребуется все-таки. Положить набор для починки. Команды все есть, взять набор для починки, взять канистру. Окей, у меня багажники тут на чаро не лежало, вроде бы все. Да, у меня есть одна канистра, давайте возьмем ее. Достать канистру одна. Все. Так, и пишем команду. Так, положить канистру у нас как? Вон. Put. Конечно, команды длинные такие. Канистра. Количество. Одна. Так, я положил. Все. Да, у нас есть одна канистра. Заебись. Все, давайте теперь выгружаем ремки и поедем еще в СТО закупаться. Все, Щерон выгрузил все, что у меня было. Багажник я оставил открытый, ну, чтобы потом его открывать. Сейчас будем разжить ремки туда. И канистры, и баллончики. Я думаю, будет прикольно. Хотя баллончики, не знаю, можно ложить и нет. Хотя баллончика можно, по-моему, в инвентаре много купить. Поэтому поехали. Вот у меня рядом возле Рублевки есть такой магазинчик. Поднимем чуваку финочку, так сказать. Она будет, кстати, давайте заправимся сразу, потому что бензина мало на Чироне. Так, фил. Я не помню, 95-й вроде, да. 95-й нужен. Нам. Так, 80. Давайте 82 литра тогда заправим. Все. И давайте ставим прям возле двери, получается, машину. И будем грузить все в нее. Так, все, я успешно загрузил полностью машину. Баллончики нельзя в багажник ложить, только с собой можно 10 штук брать. Поэтому как-то так. Я багажник закрыл, короче. Нам придется, наверное, пару ходок сделать, чтобы заполнить гараж. Ну, я думаю, хотя бы 3 ходки еще сделать нужно будет. Чтобы было все нормально. Прям, чтобы полностью заполнить. Ну, мало ли, блин, не захочешь там тачку перекрасить. Баллончик я купил. Или там бензина не будет в некоторых машинах. Тоже можно заправить. Или, ну, починить навряд ли, потому что тачки все постоянно починены. Ну, мало ли, что-то случится. Может, кому-то тачку починить. Я думаю, будет полезная тема. Так, короче, это уже третий подход где-то. Да, третий. Именно третий. Так, давайте положим сначала баллоны. Вот баллон. Я уже так нормально загрузил, конечно. Так, путрем. Путрем один. Давайте сначала ремки я выгружу. Кстати, я понял, как можно выгружать быстро. Просто не уходим, сразу пишем вот так вот. И мышкой просто так делаем. Так, достать ремку одну. Пишем путрем, ложим. Так, достать. Пишем, ложим. Все, так вообще по болику можем делать. Так. И будет заебись вообще. Так, одна осталась ремка. Так, достать. Все. И теперь канистру достать. Так, достать канистру. Достаем. Пишем команду put. Канистра. Канистра. Один. А, у меня же канистра была точно, я забыл. Так, ложим. И давайте еще одну достанем канистру, последнюю. И тоже положим ее. Все. Так, теперь смотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь ремок 21, канистр у нас 10 и баллончика у нас 30. Я думаю, этого пока что вполне себе хватит, поэтому думаю, нормально. Мне пока что с головой, думаю, этого хватит. 21 ремка, 10 этих канистр, баллончиков 30, я думаю, будет все нормально. В принципе, осталось только в машину загрузить. Там на всякий случай ремок и канистры. И все. Вот видите, я вам говорил там в предыдущих роликах, что на Бэхе и на Бугатти цифры одинаковые. Видите, здесь 8999. И здесь 8999. Ну, буквы только разные. И тут, кстати, R. И здесь R. Только здесь Рюш, а тут RAR. Ну, блин, круто вообще. Очень круто.
Ладно, погнали. Блин, я вообще хочу какую-то фракцию, но сейчас собесов нету. Сейчас собесов нету в ГУВД, ГИБДД. Я хотел бы, у меня же военный билет есть, я могу пойти в ГИБДД там, или ГУВД пойти. И будет заебись, не знаю, может там будни снимать какие-то. Не знаю, посмотрим. Так, мне выпала бронзовая рулетка, давайте ее покрутим, может что-то выпадет интересное. Так, ежедневная рулетка, так, бронзовая. Блин, бабок тут много, давайте крутим, короче, посмотрим, что мне выпадет. Надеюсь, что-то годное. Эта рулетка, кстати, классная, блин, каждый день ее можно крутить. Это круто. XP сейчас выпадет какой-то, по-любому. 8 XP, ну, тоже неплохо. Можно по барику уровень прокачать вообще на изи. Так, интеррулетки и 8 XP. Забираем, и мне там надо будет сколько еще часов поиграть. Ну, нормально, так часов надо будет поиграть, ну ладно, пофиг. Как, давайте покупаем еще ремок. Я решил, короче, зафулить еще, получается, багажник. Сейчас поедем еще бронежилетов все купим. Так, все, я зафулил багажник, закрываем его тогда. И я еще одну ремку куплю, чтобы она мне на руках была. Если тачка сломается. Так, набор для починки. Конечно, финку я нормальный там чуваку сделал. Я потратил где-то 1070. Где-то вот столько я потратил. Но цены, кстати, недорогие вообще, по 1000. В Южном там такие цены просто. По 5000 за ремок и за ремку и так далее, блин. Это вообще жестко. А здесь цены такие недорогие. А, тут 24 на 7 же есть, да? Да, вот оно есть. Тю, мы сейчас сразу броники себе купим. Заебись вообще. Все, глушим тачку тогда. Пошлите броников купим. Чтоб тоже багажник положить. Будет вообще заебись. Так, купить разные. Шприц, бронежилет 2000 стоит всего лишь. Можно несколько бронежилетов купить. Разные. А, да, можно, кстати. Так, купить разный бронежилет. Купить разные бронежилет. Уже есть 5 бронежилетов. Окей. Армор. Запомните команду, это, блядь, я сейчас куплю броников, а команду не помню. Так, положить 5. Все, погнали, я еще возьму 5. Положу багажник и потом еще себе возьму, чтобы у меня было на руках 5 еще. Так, бронежилет. Купить разные бронежилет. Все, вообще изи, сейчас затарим, просто полностью затаримся. Не знаю, зачем я так затариваюсь, но не знаю, мне по приколу. Я люблю так затариваться наперед. Нет, вообще, что на Мазинге, что на родине. Это прикольно. Так, я, по-моему, уже 5 купил, да, все. Погнали теперь, выгрузим их. Все, я затарялся. Блин, надо будет рецепт врача взять, чтобы типа аптечки купить. Потому что я хз. Хотя можно сейчас поехать. Ну, наверное, лидеров нет, да, или адрес. Украинская мафия и кавказская мафия только есть. И то оба в АФК стоят. Ну ладно, блин. Ну, собеса, блин, нету. Я хочу водку. Не знаю, я хочу я, блядь, эти бандитские фракции вообще не хочу. Хотя, может, куда-то и пойду, не знаю. Но не хотелось бы вообще. Так, давайте я вам покажу, что у нас имеется на сегодня. Что мы сегодня затарили. Мы затарили себе гараж. И затарили себе багажник. Я думаю, вполне себе даже неплохо. У нас 10 бронежилетов есть. Канистры 2 есть. И 5 наборов инструментов. Просто шикарно. Еще на руках 5 этих есть. Как его? Бронежилетов. Потом ремка есть и канистра. Короче, мы затарились так нормально. Ёбаный лежачий просто, это пизда. Все, мне машине пиздец. Все-таки, бля, эти лежачие полицейские, это полная пиздец. Сейчас ебанет, да? Ну, заебись, короче, пацаны. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, не забывайте одеть маник при регистрации. И всем пока-пока. I was from the outside, I was from the